Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Вечірня Одеса». З вами творча група нашої програми, та я її ведучий сьогодні Леонід Сущенко. Ну, мабуть, вже багато наших телеглядачів звикли до того, що ми по вівторках підіймаємо тему творчості. І сьогодні ми не відступимо від нашої звички, але сьогодні йдеться не про творчість Рубенса чи Рафаеля, чи якогось актора, скульптора тощо. Сьогодні мова буде йти про людей, які шукають нові методи, нові програми для оздоровлення своїх земляків. І я з задоволенням хочу представити вам гостей нашої програми. Це люди, які ведуть бій з наркоманією. Ну, я хочу зразу предупредить, що сьогодні я, з вашого дозволу, уважаємі телезрителі, буду відстоювати інтереси наших телезрителей. То есть я буду задавать те вопросы нашим участникам передачи, которые в первую очередь будут волновать людей, сидящих у экрана по ту сторону. Но это не значит, что я хочу вас поставить в сложное положение. Просто я надеюсь, что, отвечая на мои оппозиционные вопросы, вы сумеете побольше и пошире раскрыть тему. Итак, я вас представил чисто визуально. Лично каждого я вас представлю по ходу нашей беседы. Кроме того, титры, которые на экране, вас представят нашим телезрителям. Итак, мой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот последнее время я сталкиваюсь с тем, что в интернете, в других средствах массовой информации мы видим разного рода объявления, ну, скажем, такие как «Американские ученые открыли новый способ борьбы с глухотой. Они для этого применяют, дальше идут какие-то рекомендации». Я, конечно, сейчас просто, извините, просто болтаю, но подобных объявлений полно. И самое главное, что там никто не указывает, а какие именно американские ученые, из какого учебного или научного заведения, из какого города. То есть становится непонятным, а откуда вообще взялась эта информация. Именно поэтому, обращаясь к вам, уважаемый Валентин Ильинич, я хочу попросить внести ясность. Был ли у той программы, о которой сегодня пойдет речь, человек, которого можно назвать ее автором, и можно его, как говорят, идентифицировать, то есть конкретно назвать, представить? Будем обращаться сегодня в разговоре к событиям более чем 15-летней давности. Мы тогда познакомились с человеком, который занимал положение в обществе. Это полковник в отставке. Он был управляющим делами Суворовской райадминистрации. Человек, который очень верующий. Мы с ним познакомились у матушки Серафимы в женском Свято-Архангела Михайловском монастыре. И я тогда в газете работала. Он попросил меня написать репортаж о Суворовском районе. Прислал за мной машину. И когда мы уже прощались с ним, после того, как мы уже объехали район, все, он открыл сейф и говорит: я вам дам деньги на такси, потому что я водителя отпустил. А там я увидела много таких вещей, которые, как знаете, дома хранят. Шкатулки, какие-то эти маленькие эти емкости, там все. А я говорю: что это вы здесь храните? А он говорит: вы знаете, я вам должен признаться, у меня большая беда. Старший сын у меня наркоман. И он все вытаскивает из дому. И я вынужден вот здесь и деньги хранить, эти шкатулки, драгоценности, все. Я была потрясена, потому что человек занимает такое положение. Человек верующий, человек военный, человек благополучный. И семья благополучная. И вскоре, значит, мы с ним встретились буквально через пару месяцев. Это было давно, я вам говорю. И он говорит: вы знаете, я оставил свою работу, я хочу создать такой фонд,
благотворительную организацию и разыскал по информации известной, разыскал человека, который разработал очень уникальную программу работы с наркозависимой молодежью. Это автор программы Фрэнк Пьюселик из Соединенных Штатов Америки. Валентина Ильинична, я прошу прощения, самое время показать фотографию, да, Фрэнка? Да, давайте посмотрим. Вот это он, Фрэнк, да? Пьюселик, да. Это человек, который посвятил лучшие годы своей жизни вот этому, вот этой проблеме, борьбе со страшным недугом. Это как война, которая уносит людей моложе 30 лет, молодежь, которая выбирает гибель. А он посвятил свою программу такой уникальным шагам, уникальным фазам, которые позволяют вернуться в жизнь и тратить свою жизнь не на вот эти наркотики, не на воровство, не на криминал, не на конфликт с обществом, а тратить свою жизнь на любовь, на семью, на карьеру, на интересную работу, успех. То есть он показывает, что есть другая жизнь. И Юрий Павлович, значит, воспользовавшись этим случаем, своим знакомством, создал этот фонд, в котором он много лет проработал. К сожалению, в 2009 году он ушел из жизни. И его эстафету этой борьбы за жизнь молодого поколения в Одессе принял его сын Александр Сливинский, ради которого он, собственно говоря, пожертвовал своей карьерой. Ну, представители этой фамилии у нас сегодня здесь в нашей студии, за нашим столом. Женя Сливинская. Жень, это ваш свекор был, да? Да. Юрий Павлович. Но вначале не о нем, да? А вот я хотел бы услышать вашу точку зрения по поводу Фрэнка. Вот в каком ключе, что меня интересует. А почему получилось так, что только Юрий Павлович узнал о методике Фрэнка и применил ее? Неужели тогда никто из специалистов не знал об этом в Украине? Нет, на тот момент в Украине знали об этой проблеме. И когда общалась я с Фрэнком, Фрэнк рассказывал о том, что когда он приехал на Украину и когда он начал работать в Одессе и узнал о том, что в Одессе точно такая же проблема, как была в Америке. То есть он был в Одессе? Да, он был в Одессе. Он очень долго искал людей, которые бы вместе с ним начали бы это дело и начали бы это открыть. Женечка, я прошу прощения, не из уважения перебиваю. А по какому принципу он, если вы знаете, отбирал вот этих людей в свою команду? Ни по какому принципу не отбирал. Просто встречались с людьми, с различными врачами, профессорами. Вот, и говорили: у нас такая проблема в Америке была 25 лет назад. Был такой же бум. Вот. Мы открыли центр, который реально помогает. Давайте сделаем здесь, в Одессе, откроем точно такой же центр. Но много людей, которые слушали и говорили: да, хорошая идея, да, обязательно может быть. Но как бы все разговоры проходили дальше. И вот только когда Юрий Павлович встретился с Фрэнком, и Фрэнк рассказал о том, что действительно такая программа есть, и что она действительно работает, и что действительно есть возможность спасать детей в Одессе, по всей Украине у нас, то Юрий Павлович, благодаря своему напору, своему энтузиазму, вот, потому что для него было очень важно спасти Сашу, он организовал это и сделал, и помог, и центр работает уже 15 лет. Можно я добавлю только? Вот, я очень много искала статистику наркомании. Она вообще то ли скрытая, то ли ее очень трудно найти. Но только официально, по официальным данным, в Украине 500 000 наркоманов. Большая смертность, 80% из них ВИЧ-инфицированы. Что касается Одессы, то здесь есть такая статистика. На 100 тысяч населения 4988 человека наркоманы. 80% это инъекционные.
В 2015 году ушло из жизни по этой причине от передозировки 70 тысяч молодых людей. Да, страшная статистика, но, вы знаете, мое внимание, как вашего коллега-журналиста, привлекло то, что вы, говоря и определяя суть этого страшного недуга, называли его не так, как называют его врачи-наркологи. Они говорят «наркомания», а вы сказали «наркомания». То есть слово правильно по-русски звучит «наркомания», а это уже сленг такой врачебный. И вот тут я хочу спросить опять же вас, Жень. Скажите, пожалуйста, а было ли противодействие со стороны врачебного сообщества вот новой нетрадиционной методике? О самой методике мы потом поговорим. А вначале сам, как она принималась? Ну, могу сказать так, что когда только произошло открытие центра, буквально мы работали около месяца, то было открытие центра, на который пригласили очень много людей, вот, очень много гостей, и журналистов, и врачей. Вот, и многие смотрели, скажем так, не совсем верили. Некоторые вообще подходили и говорили: да зачем вы это рассказываете нам, все это вранье, ничего у вас не получится, потому что мы-то врачи, у нас 40-летний стаж лечения, и мы вам можем сказать, наркомания не лечится. Поэтому все, что вы будете делать, ну, это, скажем так, обман. На что, ну, сказали, время покажет, вы посмотрите. Вот, и результаты есть. Спасибо. Я так считаю, что, в общем-то, вы меня убедили в том, что никакого анонимного авторства в методике нет. Есть Фрэнк, о котором мы и рассказали, и показали. И рассказали предысторию возникновения самой работы. Ну, а сейчас, мне кажется, самое время немножко другого коснуться. Я опять позволю себе какое-то сравнение. В том же интернете, на телевидении, в рекламе часто мы видим, вот такой-то прибор, показывают прибор, ну просто шикарный, такой красавец, лампочки мигают, диаграммы на осциллографе бегают, какие-то рукоятки никелированные, ну лечит все буквально. Но одна деталь, никто не объясняет, а принцип действия этого прибора. Мой один знакомый пришел в один из медицинских центров, не хочу никого обижать, ему дали в руки какие-то два электрода, сказали, вот так, теперь напрягитесь, и все будет замечательно. Понимаете? Ну, я не знаю, может быть, эффект самовнушения тут действует, может, какие-то другие вещи. А вот теперь давайте поговорим мы. А есть ли у вас внятное объяснение тому, как работает эта программа? Борь. Ну, оно более чем внятное. Приятно слышать такое вступление. Почему? Потому что я сам ее проходил. Вот. И скажу вам так, в 2003 году, очень давно это было, мне было 27 лет, и ни я, ни мои родители, ну, не знали, что делать. В то время не было центров. Оазис – это был вообще один из немногих центров в Одессе, в Украине, которые только начинали тогда открываться. И ну, я уже в безнадежном, таком моральном состоянии пошел попробовать спасти свою жизнь. И успешно закончил программу. Прошел. Простите, что перебиваю. До этого были у вас попытки или пробы обращаться в другие центры куда-то и так далее? Да. Единственное, что это центры были медицинские. Это так, были не так, психологические так. центры. И не помогло? Нет. Конечно. Снималась детоксикация была, снималась ломка. То есть я приходил в более-менее нормальное физическое состояние. Но протрезвев... И понимая, что я забыл, как жить нормально, трезво, и как общаться, и друзей нет, и ничего нет, и куча разных аспектов в голове, своих там заморочек. И снова, конечно, шел срыв. И чем мне понравилось-то в Оазисе, когда я попал в дом, в Оазис. Первое, что там не держали, насильно тебя не, скажем так, не напрягали, и была свобода выбора. То есть никаких закрытых дверей наглухо, никаких задвижек и охранников? Да, покидать центр нельзя. В смысле, если ты покинул центр, то уже все. Ну, как бы,
То есть, ты имеешь такое право. Ты имеешь, но, да, а так, в принципе, тебя никто насильно не удерживает. Это очень важно. Это, ну, один из таких факторов, который способствует, на мой взгляд, психологически здоровому выздоровлению. Для меня, как для мужчины, все равно, для меня, как для человека, это было важно. Второй момент – это то, что там нет медикаментов, и не, ну, тебя не напичкивают чем-то, ты не ходишь такой вот весь, да, то есть там здоровое расписание, здоровые занятия, отношения, и психология, и спорт, и творчество, и образовательный блок. И все это в комплексе в течение года, где-то я проходил реабилитацию около года, чуть, может, там больше, меня вернули назад нормально, сделали меня тем, кем я был в молодости. Я прошу прощения, Борь, ни в коей мере не подвергая сомнению ваши слова, наоборот, я с огромным уважением и вниманием слушал вас, во-первых, потому что вы действительно сами прошли это. Это очень сложно и тяжело. А во-вторых, потому что я вижу, с какой увлеченностью вы рассказываете, но я хотел попросить и вас, и Женю, вот если можно, не вдаваясь в какие-то врачебные терминологические сложности, да, объясните все-таки, в чем изюминка программы? Это Женя. Ну, Боря добавит, если какие-то моменты я упущу. Но самая главная изюминка программы заключается в том, что к каждому человеку в доме относится как к личности изначально. То есть мы понимаем, что каждый человек очень индивидуален. И также мы понимаем, что человек, который приходит на программу, неважно, 5 лет он употреблял, 10 лет он употреблял или 20 лет он употреблял, любой человек хочет жить. Где-то глубоко внутри, даже если он не верит в это, то любой человек хочет жить. И такие люди, ну скажем так, у них душа разорвана. То есть человек в полном тупике и не знает, как быть. В этот момент очень важно показать ему, что есть вариант, есть способ, как можно с этой проблемой справиться, что есть такие же люди, как ты, которые тебя понимают, которые знают, что с тобой в этот момент происходит, что вокруг тебя есть люди, которые тебя готовы научить жить по-новому. Самое главное, не бойся, меняйся, работай над собой, и в твоей жизни все получится. И когда человек понимает, я не один, вокруг меня есть люди, да, вот сейчас Боря, когда делился, он сказал центр, а потом сказал дом. Мы не называем наш центр там, центр реабилитации. Все ребята называют наш центр домом. И живем мы там все вместе, как одна большая семья. То есть и каждый понимает, что любой человек друг за друга в ответе. Мы все друг другу помогаем, и Борина жизнь зависит от меня. Моя жизнь зависит от Бори. Вот. И это самый важный такой момент. Вы знаете, сравнительно недавно мне удалось посмотреть очень симпатичный американский фильм, который называется «Целитель Адамс». Там играет, на мой взгляд, очень хороший актер Робин Уильямс, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. Он играет там человека, который сначала его заподозрили в том, что он психически больной человек, но он был просто в депрессии. А потом он открывает вот похожий центр для того, чтобы помогать людям. Но не в отношении наркомании, а в широком смысле, даже неизлечимо больным людям он старается помочь. И вот я обратил внимание, как сильно то, что называют дух. Правильно, вера, да? То есть вы об этом говорите, конечно. Да? Конечно. Очень здорово. Леонид Ильич, да, пожалуйста. Простите. Значит, много лет назад, ну, больше 10, по крайней мере, я точно не помню дату, я присутствовала на выпускном вечере Бори. Их 2 было выпускника. Макс был и Борис был. И я помню, как одно из условий вот, пребывания в этой программе нужно было признать свою болезнь, что ты наркоман. То есть скажи себе правду. Да, и вот его так. Исповедь. Вы знаете, я потом написала в газету рассказ, который назвала «Выпускной бал у наркоманов». И вот я помню, как Боря рассказал как о себе, как он никому не был нужен, как вокруг было столько лжи, потому что ему нужно было каждый день достать где-то деньги, украсть, обмануть, достать деньги для того, чтобы купить этот спасительный наркотик, эту дозу.
А потом он сказал, когда ушел от меня последний друг, и я посмотрел ему вслед, и я понял, что вокруг меня вакуум, нужно что-то делать. И пришел в этот центр. Ну что, вы знаете, вот выпускной вечер, вот никто не рассказывает об этом, и Женя не рассказывает. А это было, на меня произвело впечатление, я впервые была на такой, потому что это как мы привыкли, что это изгои, понимаете? А тут вдруг такая да. свободная, более да, того, да, праздник, да. вечер, да. да? Много было родителей пришло, друзей, знакомых. И вот там, знаете, какой ритуал такой в этой, ну, предусмотрен. Они сначала идут босыми ногами по битому стеклу. Это как тернистый путь, знаете, который они прошли на пути к спасению. А ну, потом... вы знаете, тут и немножечко это идет, мне кажется, и от, скажем, христианской веры, да? Возможно. Для того, чтобы себя преодолеть, нужно... прийти к христианству, прийти к пониманию христианской философии, морали, нужно тоже свой путь на Голгофу да, пройти. Да, да? Да, да. Я вот хочу вот о чем просить. Скажите, пожалуйста, Борь, вот сейчас Валентина Ильинична сказала о том, что каждый участник этого вечера говорил о себе, да, свой путь. А я знаю, что есть масса организаций и в бывшем СССР, ныне СНГ, и за рубежом, так называемые анонимные, там, алкоголики, наркоманы, люди, зависимые от чего-то. И вот там возникает один момент – аноним. Там аноним, а у вас я называю себя и говорю, что я вот так… Правда? Противоположность. Есть тут это такое? Я бы так сказал. Программа «Оазис» тоже анонимная для тех ребят, которые не хотят это говорить. Это для внешних. Для внешних. А внутри? А внутри, конечно же, без правды и признания того, кто я кто есть. Ты, да, ничего не будет. Угу. Так же во всем, мне кажется, во всем. Без признания даже какой-то медицинской болезни ты не будешь лечить ее. Но кроме того, вот вы уже говорили, Женя говорила о личности, да? А как может быть личность анонимная? Ведь противоположно, правда, Жень? Есть вот логика в моих словах? Конечно. Просто момент заключается в том, что в доме создается специально защищенное пространство, чтобы любой человек мог почувствовать себя совершенно в безопасности. То есть, чтобы любой мог рассказать правду про себя и при этом понимать, что... Ее не используют. Да, ее не используют никогда против него. Вот. И так, благодаря этому, человек начинает понемножечку доверять, потом начинает открываться и становится сильным. Вот. Если вернуться к вашему предыдущему вопросу о том, какая же изюминка и что так отличительно, ну, как для меня, во всяком случае, это то, что... после программы, после «Оазиса» есть продолжение, есть поддержка уже вне стен, есть поддержка и со стороны консультантов, есть и общение среди выпускников и тех, кто проходил вместе программу, есть совместные встречи, посиделки, рыбалки, походы в баню, то есть есть полная насыщенная дружеская жизнь. Кстати, вот эти фотографии, которые передали, там есть. Вот давайте мы сейчас попросим показать несколько фотографий, да? Как они проводят досуг вместе. Наши гости передали нашему режиссеру, где досуг проводят вместе. Как семья, только как... фотографии вот будут как... готовы, пожалуйста, выведите их на экран. Вот. А я хочу спросить вот о чем. Вы знаете, я опять же понимаю, что, наверное... в каждой... Вот она, да? Это что у нас там на экране? Да, это ребята проводят профилактику в одном из институтов Одессы. Показывают этюд, называется «Пороки» для студентов. И рассказывают о себе, о своей жизни, чтобы... То есть элемент театрализации тут есть, да? Угу. Да, ну это... да, потому что ролевая игра, она всегда немножко театр. Угу. А это что? Это мы на море каждый год летом. Сейчас мы выезжаем активный на море. Отдых. Отдых у костра с гитарой, без алкоголя, без всяких препаратов. Учиться, ну, то отдыхать. Есть, есть чем наполнить да. себя и помимо всевозможных искусственных возбудителей. Да. А это? Это центр, вход в дом, ступеньки наши. Это вот ребята, которые на сегодняшний момент у нас
находится в программе. Ну, еще, наверное, тут пару фотографий, давайте посмотрим. Да, это центральный зал, в котором проходят все занятия, группы, вот ребята в футболках. Это футболки нашего центра, там герб, дерево. Это тоже на море, тоже в Сычавке летом. Спасибо. Ну, я думаю, что, наверное, таких фотографий, вот еще одна фотография, это где-то тоже на лоно природы, наверное, пока достаточно. Потому что наша задача, в общем-то, не пытаться кого-то насильно принять то, о чем говорите вы. Мы просто показываем, а каждый решает сам, так ведь? Абсолютно верно. Ну, вот сейчас я бы хотел, подведя итог вот, вот этой части нашей беседы, сказать, что да, вы меня убедили. Вы меня убедили, потому что мне тоже приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди, вы знаете, как бы переходят на другую линию жизни. Угу. Вот, то есть и в хорошем, и в плохом смысле. Вот был человек, как обычный, все мы, да, потом вдруг на него свалилось богатство. Каким образом, меня не волнует. Он стал богатым человеком. И вдруг человек стал другим. Значит, существует, помимо зависимостей, да, каких-то там наркотических, существуют еще какие-то толчки извне, способные человека перевести в другую плоскость существования. А это говорит о том, что можно перевести в нормальную плоскость. Абсолютно, правда? Верно, да. Все остальное – это вопрос уже, как говорится, врачебной тайны и того, как вы действуете, как вы работаете. Но сейчас я хотел бы обратиться к Жене с таким немножко щепетильным вопросом, но вы договорились, да, что да. Я буду задавать неудобные вопросы. Жень, правильно я понял, что ваш супруг Александр, да, что он тоже, он, будучи сыном Юрия Павловича Сливинского, вот пережил эту трагедию, пережил и вышел из нее. Да. А как сейчас в семье дела? Ну, дело в том, что Саша из этой проблемы вышел. Но дело в том, что мы с Сашей в этом центре познакомились, потому что у меня тоже была такая проблема. Вот. И 16 знаете, лет назад здорово, когда вы я пришла тоже на программу. Совершенно спокойно говорите об этом. И как это тоже врачует. Вот я чувствую себя, просто мне легко с вами говорить. Да-да, слушаю, извините. Вот. А сейчас все замечательно. Мы женаты. У нас двое детей. Сыну 13 лет, дочери 11. Вот. Так я что? Думаю, что этого вполне достаточно. Да. Какие еще аргументы нужны? Все замечательно, все класс, все прекрасно. И вы представляете одно подразделение этой программы, это фонд «Оазис», а Борис представляет фонд «Эверест». Да, Боря? Да. Да. После того, как Боря стал выпускником, он открыл такой же центр, как «Оазис», то и является центр, его руководителем. Но это два центра, принадлежащие одному фонду? Нет. Или нет, это разные фонды? Это разные фонды. Географически они разные. Это разные две организации, но это одна и та же программа и полностью в программе. То есть это говорит просто о том, что эта программа пошла в жизнь. Да. Она начала работать в разных вариантах. Очень здорово. Леонид Ильич, да? Пусть вот Женя расскажет эти фазы. Они настолько интересны. Вот так, просто кто же будет против? Жень, расскажите об этапах. Потому что мы говорим вот о конкретные эти фазы, как раз было эти бы шаги, интересно. Эти ступени. Я просто думал, что это тайна какая-то. Нет, это удивительно интересно. Это просто... Хорошо. Значит, программа делится на 4 фазы. Ну, вообще на 5. Пятая фаза – это уже самый конец. Первая фаза. Называется она «Очищение». Основная цель – признание человека, то, что он зависим, и то, что ему нужна помощь. И задача пересмотреть свою жизнь, признаться, в чем-то виноват, найти ошибки и посмотреть на жизнь свою по-другому. Вторая фаза называется «Кто я?». То есть здесь уже работа с личностью. Человек должен ответить себе на этот вопрос, понять свои достоинства, свои недостатки. И, скажем так, задуматься над тем, каким бы он хотел быть, и где дальше, и каким образом он себя видит. Третья фаза называется «Я и социум», когда человек уже имеет право выезжать, общаться с окружающим миром, с людьми, и где он уже свои навыки, полученные за время программы, скажем так, проверяет в жизни.
Но после этого он все равно возвращается в дом, и если что-то как-то не так, что-то не понравилось, или есть какие-то проблемы, то, соответственно, эти темы тоже поднимаются, обсуждаются и помогают. И четвертый этап – это возвращение обратно в жизнь, когда человек уже живет дома у себя, устраивается на работу, либо в институт. Вот. При этом также он на выходные периодически приезжает в дом, вот, но уже полностью, скажем так, учится реализовывать себя в окружающем мире, чувствовать себя по-новому, как он себя ощущает. Пятый этап – это выпускной. Жень, ну я не могу не задать вам и Борису один вопрос. Скажите, пожалуйста, а случаи, когда выпускник сорвался и вернулся в прошлое, такое бывает? Редко бывает, конечно. Редко, но бывает. Это правда жизни. Нет, но был я бы... считаю, что не стоит, знаете, вот так подслащать, что все вообще в этой жизни излечимо и от всего можно избавиться. На самом деле проблемы наркозависимости очень серьезные проблемы. И были случаи, когда выпускники, ребята срывались, и которых я знаю, но это очень редко. Если взять процентное соотношение, то оно очень, на самом деле, минимально. Допустимо. Леонид Леонидович, вот буквально вчера мне Женя рассказала такой горький случай из жизни вот дома их, то есть из жизни этого центра, об одном молодом мальчике, который был в программе и ушел, потому что там никого действительно не держат. И что результат? Женечка, расскажи. Ну да, это не выпускник, но таких, к сожалению, историй очень много, да. То есть Боря рассказывал о выпускниках, о том, что маленькие проценты, что действительно такие есть люди. Это выпускники. Это выпускники, да. Но, к сожалению, тех людей, которые уходят из программы, не дойдя до конца, не став, как Боря, допустим, да, выпускником, таких людей намного больше. Вот. И, к сожалению, есть и не один, очень много печальных случаев, то есть когда люди уходили и через какое-то время звонили родители и говорили, его больше нет. Ну, расскажи вот этого мальчика, этого 19-летнего. Ну, он ушел, и мама не смогла ничего сделать, пустила его домой. Не поддержала его. Не поддержала. И через несколько месяцев мы встретились, и она увидела и сразу заплакала. И мы спрашиваем, а что такое, почему плачете? Она говорит, а вы помните, я вот мама вот... Да, она говорит, ну вот его больше нет, он покончил жизнь самоубийством под воздействием вот этих наркотиков. Вот тут возникает вопрос еще один. Скажите, пожалуйста, ну я понимаю, что вообще говоря, нет, не существует в мире панацеи от всего и гарантирующей 100%. Но тут очень важно для меня, например, понять. Значит, акцент делается на то, чтобы так, извините за такое определение, переформатировать личность человека, чтобы не возникло потребности, которая привела к пагубной зависимости. Даже не то, что не возникло потребности, понимаете, мы говорим о том, что если человек наркоман, то это на всю жизнь. Вот у нас такая программа, и мы придерживаемся такой позиции. Почему? Потому что, допустим, даже если человек не употребляет долгое время, да, вот, допустим, я не употребляю уже 16 лет, но все равно может произойти какая-то ситуация в жизни, где возникнет эта мысль. И я реально понимаю, что у меня есть такая возможность снова и снова. Поэтому задача не переформатировать, а задача, чтобы человек научился с этим жить, научился понимать, где для него сложные ситуации, где как нужно себя вести, в каких определенных ситуациях. Если вдруг ты встречаешь старых друзей, если ты попадаешь в общество, где люди при тебе употребляют, что нужно делать? Как выходить из этих ситуаций? Женечка, я прошу прощения. А вот случай, скажем, вот такой, который мне сейчас пришел на ум, человека, произошел несчастный случай, человек оказался, скажем там, в ДТП. А в результате этого ему должны сделать те или иные медикаментозные воздействия на него. А врачи не знают, что ему нельзя применять такой-то или такой-то препарат в качестве обезболивающего, потому что он имеет наркотическое действие. Вот нужно ли, чтобы, скажем, бывший
Человек, еще недавно страдавший в активной форме этим недугом, имел, как, знаете, как у военнослужащих есть такая нашивочка, на которой написано, чего, какая группа крови у него. Чтобы у него был медальон, скажем, или какой-то другой браслетик с указанием того, чего ему нельзя. Интересная идея. Но, может быть, на ранней стадии, когда человек только проходит реабилитацию или только ее окончил, вот первые делает свои социальные шаги, адаптируется и пытается в этой жизни обрасти друзьями, семьей, пока у него еще ничего нет. Конечно, наверное, может быть наркоз с наркотическими средствами, с какими-то препаратами для него опасен психологически, ну, как путь какой-то психологического срыва. Дальше в жизни, я думаю, что человек, который прошел качественную реабилитацию, социально адаптировался, имеет друзей, работу, имеет что терять, имеет детей. И знает, что терять. Да, конечно, уже, очень важно. Уже навряд ли это может послужить фактором срыва. Очень интересно. Я вот к этому расскажу тоже один случай. У нас есть выпускник, к сожалению, тоже его уже нет с нами. Он пришел на программу, и получилось так, что он заболел, и он стал выпускником. Вот. Но умер от болезни. И когда его положили... Не связанные с его... Ну, он был ВИЧ-инфицированный. Понятно. И когда его положили уже в больницу, он уже лежал, то есть ему там уже сделали определенные медицинские там, всякие нужды, которые должны были быть, ему прописали как раз вот такие вот обезболивающие, потому что было очень больно, и нужно было колоть обезболивающие. Вот. И позвонила его мама и говорит, ребята, ему прописали... Ну, там, понятно, есть наркотики, скажем так. А он отказывается принимать. Он говорит, я не буду, потому что я наркоман, я это прошел, я не буду. Она говорит, ну мы же с вами понимаем, что какую боль физическую он сейчас испытывает. И тем не менее человек. И тем не менее он отказывается. Мы с ним поговорили, сказали, надо, потому что, ну вот, это нужно. Ну вот, представляете, то есть насколько у человека была вот эта мысль, он, может быть, и понимал там, да, что, как и чего. Но он сказал, нет, я не буду. Значит, он еще верил, что он вернется в эту жизнь. Вы знаете, у меня попутно возникло еще один возник вопрос. Их миллионы этих вопросов. Наверное, я все те, которые волнуют наших телезрителей, или какую-то часть из них, у кого в семье подобные случаи и так далее, я все не успею задать, но что-то. А только ли чисто наркотическая зависимость является предметом вашей борьбы? Или же это, скажем, другая, там, игромания, скажем, или какие-то другие дела? Алкоголизм, наркомания, игромания тоже, но... Вирусные убеждения, криминальные, уличные, игромания – это все способствует срыву дальше, если это качественно не в себе не поменять. То есть вы с этим тоже можете работать? Нужно. Поймите, это нужно. А вот я себя как пример же беру. Вот если бы со мной только работали бы сугубо в плоскости наркотика, сугубо в плоскости зависимости, и все, ничего больше. И не затрагивались бы темы игромании, не затрагивались бы темы моих других пороков. Да? Я как молодой человек имел их на то время очень много. Вот, и моя молодость проходила в 90-х годах. И, а если бы только Сложный период. И если бы только с этим поработали, и что я закончил бы реабилитацию, вышел бы, и они бы все на меня навалились, и все равно в итоге бы привели бы меня к чему? К зависимости, в итоге к срыву. Поэтому хорошо, что зацепили эти темы. Да, можно сказать, Ленин, смотрите, извините, что... прости. Да. Значит, мы уже говорим с выпускником, мы говорим с человеком, который себя нашел и помогает тем, кому хуже, чем ей было. А вот в программе находится вот еще Кирилл. Вернемся. У нас он еще находится в программе. Да, я не случайно оставляю беседу с еще одним нашим гостем, как говорят, на закуску. Вот, не из неуважения, Кирилл. Я думаю, что вы понимаете, что я сознательно немножко соблюдаю драматургию беседы. Да? Интригуете. Да. Но это такая себе интрига, и обязательно сейчас перейдем к вам. Но я вот еще о чем хотел
Да, вот сейчас наш режиссер предлагает показать еще группу фотографий. Я попрошу вас прокомментировать. А потом я еще один вопрос припас. Дайте, пожалуйста, фотографии. Это что у нас? Это турнир по футболу, который проходит ежегодно. Встречается как раз вот дом «Оазис» с «Эверестом». То есть, в этом году тоже он тоже, был. Тоже, конечно. Вот, а играть в футбол надо уметь или не обязательно? Не обязательно. Главное хотеть, главное стараться. Главное, ну, не победа, а участие в соревнованиях. Да. Да? Главное получить удовольствие. Получить удовольствие. Это встречи совместные. Ну, мы общаемся, встречаемся, приезжаем друг к другу на праздники, на юбилеи. 9 мая. Это вот каждый год у нас традиция. Мы поздравляем ветеранов в поселке. Каждый раз поздравляем их с 9 мая. Готовим им специальную программу. Я только хотел бы, чтобы тут не получился какой-то налет даже иронии. Да, речь идет не о ветеранах вашего центра, а о ветеранах Великой Отечественной войны, о людях, которые... Что, знаете, иногда бывает смысловой каламбур такой, который не в ту сторону уводит беседу. Да, это здорово, конечно, потому что это тоже духовность. Отношение к старикам, отношение к ветеранам, это тоже Леонид Леонидович, я вставлю сюда свои 5 копеек. Значит, вот 5 ноября было 15 лет «Оазису» благотворительному. И на этот праздник в Кучурганы, вот в Ливанское, приехали и выпускники, и родители, и те, кто еще в программе, и даже пришли из местных властей, из Разделянской райадминистрации и из этого горсовета Разделянского, пришли представители. И вот представители вот этого поселка Лиманское вручили им подарок, грамоту. И вышла женщина и прямо со слезами стала благодарить ребят этих за то, что они вот к этому весной, там, к Дню Победы, к Дню освобождения Одессы, они участвуют в том, что благоустраивают вот этот поселок. Убирают улицы, убирают могилы этих ветеранов, которые погибли. Это же, вы знаете, это была линия, где на подступах к Одессе, там очень много погибло людей. Самое главное, мне кажется, они пришли благодарить их, представители власти, пришли, местных властей, пришли им грамоты они помогали. Мне ценно, как журналисту, как телевизионщику, немножко другое. Вот то выражение лица, с которым сейчас Кирилл говорил об этом, я видел в нем желание, действительно получал, он чувствовал, что человек получал удовольствие, так, Кирилл? От такой деятельности. Все верно. Нужность. У нас просто отношения с жителями села очень хорошие. Если нам какая-то нужна помощь, они всегда идут нам навстречу. Если им нужна какая-то помощь, мы всегда рады им пойти навстречу. Самое время, Кирилл, да, представить сейчас вас. И я хочу сказать, что, выполняя вашу просьбу, я обращаюсь к вам по имени, и имя будет, только имя будет на вашем титре. И это не случайно, а потому что принцип анонимности в общении с окружающими, он и нами должен быть уважаем. А вот я хотел теперь задать такой вопрос. Знаете, вот опять же, возвращаясь ко всякого рода быстро возникающим медицинским центрам, которые все что угодно предлагают и так далее, но очень редко они показывают людей, которые уже успешно прошли, скажем, у них процесс реабилитации, а мы уже показали. Вот 2 человека, которые перед нами сидят, к ним мы еще вернемся. А вы находитесь в процессе, так ведь? Да, все верно. Вы приехали к нам из Киева. Да. И это тоже показатель того, насколько важно, чтобы такие центры были в нашей стране, вот, чтобы человеку, может быть, даже не надо было так далеко ехать. Но вы не жалеете, что приехали? Нет, я ни в коем случае не жалею. Дело в том, что моя программа уже подходит к завершению. Я чуть-чуть больше года, если быть точным, год и три уже нахожусь на программе. Вот сейчас, как Женечка рассказывала про фазы, я нахожусь уже на 3-й фазе. Это уже почти финал моей программы. Я нисколько не жалею. Я прекрасно знаю, что у меня отнял наркотик, чего я лишился.
к чему это могло меня привести и уже почти привело. И прекрасно осознаю и понимаю, что мне дала программа. И я, когда теперь каждое утро смотрю в зеркало, я совершенно доволен тем, что я там вижу. Спасибо. Я хотел бы обратить внимание наших телезрителей и вас, как участников, что в параллельно нашей беседе у нас на экране все время идут реквизиты вашего центра. И это тоже, мне кажется, один из ответов на мой предполагаемый вопрос. Дело в том, что, знаете, очень часто сегодня, в наше непростое время, видишь всякого рода объявления. Там организация предлагает, организация принимает на работу. Даже не называют, как она называется. Даже не говорят, где она расположена. Только телефончик и то мобильный. На всякий случай, чтобы потом исчезнуть и все. Вы не боитесь давать свои координаты, следовательно, говорите, мы ответственны за то, чем мы занимаемся. Так? 100% ответственный. Скажите, Кирилл, вот сегодня мелькнула в разговоре такая тема, очень важная тема, что вот по разного рода зависимости у людей возникает круг знакомств и друзей. Не будем вычеркивать этих людей из жизни, да? Но взамен пришли новые друзья. Конечно, программа мне дала много друзей. У меня есть друзья среди выпускников и среди участников. Дело в том, что просто как-то вот сказать, что у наркомана есть друзья, это значит солгать. У наркомана нет друзей. И будучи зависимым человеком, нельзя сказать, что вот у меня есть друг или я чей-то друг. Это просто невозможно. У наркомана одна единственная цель – найти новую дозу, чтобы употребить. Еще один важный момент, который я хотел бы... Спасибо Кириллу за разъяснение, потому что это очень важный и очень точный акцент вы сейчас сделали. Момент... Вот мы говорим сейчас по-русски, но Валентина Ильинична... Не даст соврать, что перед началом передачи ты мне скажешь, что да, потому что в центре есть люди самых разных национальностей. Они действительно приезжают из очень многих районов, участков, регионов, или там городов. Да, да. Вот из разных стран. Из Молдовы. Вот, в 2004 году я проходил программу реабилитации с девочкой, которая, кстати, успешно ее прошла. Она приехала с Казахстана, с Алма-Аты. Ну, прилетела. Проходить реабилитацию в Одессу, потому что это центр. Ну, вы знаете, это давай вызывает сразу чувство скажи, гордости. Кто такая стала эта девочка? Ну почему? Вызывает чувство гордости за тех людей, которые сумели создать такое нужное дело именно у нас здесь, в Одессе. Молодцы. Вот из Татарстана был человек. Вот сейчас вот мы были, когда 15 лет, там из Молдовы, из да? Приднестровья. Кишинева, да? Вот, мы были вот на 15-летие, вот 5 ноября были. Это вот там разные у нас люди из разных еще регионов. Я проходил программу в 2003 году, я с парнем, который приехал из Германии. Вот. Леша Алексеева звали. Ему тогда было 20 лет. Ему тогда нет, было. Германию-то трудно упрекнуть в том, что там врачи или там уровень медицины недостаточно высокий. Да? Речь идет просто о другом, совершенно да. другом варианте. И я хочу еще, кстати, подчеркнуть, что мы ни в коей мере сегодня в беседе нашей не пытаемся противопоставлять то, что делаете вы, то, чем занимаются врачи. Да. Просто это разные подходы. Абсолютно. А дальше пусть решают сами зрители. Еще один момент. Вот у вас, Боря, и у вас, Женя, есть детишки. Здоровья, счастья, успехов, как всем детям Спасибо. На этой Спасибо. Планете. Но скажите, а вот человек, прошедший такой путь, как прошли вы, он сумеет противодействовать тому, чтобы у детей что-то подобное возникло в судьбе? Очень на это надеюсь и прилагаю максимум сил, которые только возможны, весь свой опыт, все свои знания. Можно ли представить себе, что, скажем, ваши центры, ваши фонды могут заняться и такой работой, работой по профилактике с малышами? Предотвращение наркомании, это очень важно. На самом деле и занимается, Оазис занимается. Вот, ага, то есть я не придумал, это конечно, есть. И Эверест, и профилактика в детских учреждениях, в школах. Угу. Вот в университет ездили ребята и показывали пороки, этюд, и рассказывали страшные истории из жизни.
Ну да, допустим, приезжаем в школу и рассказываем правду, страшную правду жизни. Но скажите, Борь, а что важнее, напугать, сказать, рассказать страшную историю или снять флёр романтики с этого явления? Я думаю, то и то в комплексе. И то, и другое. Очень важно логически в голове снять вот этот флёр, как вы говорите, а по-внутреннему неосознанно оставить отпечаток страха, ну, чтобы не взять эту папиросу, чтобы не то взять есть, эту... Я правильно ли понимаю, что вот как человек, который выяснил, что у него есть предрасположенность, он должен, как скажем, аллергик. Мы знаем, аллергик, аллергия не лечится, но я могу всю жизнь прожить до глубокой старости, если я буду знать, как себя вести. И не кушать мандарины, например. Вот. А значит, можно ли сделать из нашей передачи такой вывод, что да, помочь можно тем, кто хочет сам, чтобы ему помогли. Абсолютно верно. Правильно? В сухом остатке, да. Либо даже если он еще не совсем понимает, что он хочет, но рядом есть люди, которые готовы подтолкнуть его. Можно помочь захотеть. Конечно, конечно. Значит, когда вот был праздник 15-летия этого центра «Оазис», выстроились участники программы, и перед всем залом, перед собравшимся, начали, во-первых, спели гимн, у «Оазиса» есть, а во-вторых, они, вот я даже попросила, чтобы мне принесли такие стихи, которые они, каждый читал по одному куплету. На что мы тратим жизнь? На мелочные ссоры, на глупые слова, пустые разговоры, на суету обид, на злобу, вновь и вновь. На что мы тратим жизнь? А надо на любовь. Простите. Боимся... Простите, да. Валентина Ильинична, огромное спасибо, что вы такими замечательными строками завершили нашу передачу. Время не остается. Я прощаюсь с вами, шановные глядачи. До побачення, до зустрічі.